К вам из Одынки приехал Дэн Дынкин. Я являюсь ведущим фунфурии России и зарубежья. Добро пожаловать на мастер-класс по огуречному лосьону. Итак, огуречный. В его основе лежит 70% спирт, лимонная кислота и экстракт огурца, из-за чего лосьон обладает характерным ароматом. Однако огуречный экстракт очень вреден для вашей печени. Поэтому перед употреблением огуречного лосьона я настоятельно рекомендую провести его декантацию. Берем декантер и наливаем огуречный лосьон. Примерно через час огуречный экстракт выпадет в осадок. Огуречный осадок выпал, и теперь можно начинать. После декантации огуречный лосьон очень напоминает запах манго, запах и вкус. И очень приятно пьется. И перед подачей напитка рекомендую украшать только огурца. И как всегда, мы не обойдем внимания наших дам. Подайте вашей девушке огуречный лосьон в виде желейного десерта, и вы произведете на нее неизгладимое впечатление. Берете желатин, просто добавляете стакан с напитка со холодильника. Желе готов. Начинаем размешивать и ставим в холодильник. Огуречное желе готово. Просто посыпьте его мелко нарезанным огурцом для усиления вкуса.